Пока Эустома всходит, отвечу на самые топовые вопросы. Как долго хранится компотик? Как часто им можно опрыскивать? Можно ли использовать вместо энергена в капсулах жидкий? В состав компотика входит два препарата. Энерген экстра и HB101. В инструкции к энергену экстра написано: раствор готовят непосредственно перед использованием. А на упаковке HB101 написано: готовый раствор применяйте сразу. Отсюда следует, что раствор максимально эффективен только в первые часы. Остаток раствора я не выливаю, а использую в следующие дни, но уже просто как воду. И за подкормку я его уже не считаю. Как часто можно кормить компотиком? У всех методы кормления рассады разные. Кто-то кормит каждый день, кто-то вообще не кормит. А у меня такое правило. Кормить рассаду не чаще, чем один раз в неделю. Даже если это разные препараты. Подкормила воскресенье, значит следующая подкормка не раньше пятницы. Интервал подкормок 5-7 дней. Можно заменить энерген в капсулах на жидкий? Не знаю. Сама пользуюсь только капсулами. А насколько эффективен жидкий и насколько он совместим с HB101, сказать не могу. Чтобы не изобретать велосипед, купите в капсулах. Тем более цена вопроса 100 рублей. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь моими публикациями с друзьями и хороших вам всходов!